Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, забираем с тобой 1000 тусклого янтаря за 20-й день. Так, спасибо большое. Это мы все закрываем и забираем то, что у нас находится на рынке. А на рынке у нас, естественно, бесплатный пак со своими монетками Одина. Ужасное чудовище, кревет, костолом, ну и немного ресурсов. Также у нас есть рекламный пак, тоже его заберем. Также забираем с тобой 6 монет Одина. И что у нас тут? Кревет, костолом, громобой. Ну что ж, прекрасно. Что нам... Да, я отказываюсь. Что нам принес беззубик? Да, друзья мои, наконец-то я получил. Ха-ха. Мы же охотились именно вот за этим яйцом. Сколько оно будет выводиться? Ёлки-палки, почти 4 дня. Но зато мы его все-таки добыли с тобой. Давай-ка я, наверное, знаешь, что сделаю? Отправлю нашего беззубика на дальнейшие поиски. Только на этот раз у нас это будет... Так, вот этого мы с тобой обнаружили, да? Эти все у нас есть. Вот нету громилёда. Поэтому вперед, как говорится, на поиски. Опять же, бесплатно. Так, беззубик полетел. Опа, а это что у нас такое, ребята? Восстановите старый пергамент. Ага, губишки раскатил. У нас же нет с тобой премиума, да? Поэтому давай просто обычный найдем, где... Нет, не обычный дайте. Это что ли обычный? Да подожди ты. А, вот, ё-моё, я его и не увидел. Так, ну что же. Тусклый янтарь забираем, точнее, уже не тусклый, а нормальный. Тут ставим на обмен. Так, заберем рыбу. Здесь тоже рыбу. Так, что у нас тут, бабулечка-то? Поручите драконам собирать рыбу. Воу, наконец-то, ребят, мы получили с вами еще один колокольчик. Искать всегда проще, когда знаешь, что ищешь. И я нашел второй колокольчик Фрейи. Отлично, осталось найти последний. Мы осмотрели все, что можно. Где же может быть последний колокольчик Фрейи? Придется снова отправляться на поиски. Видимо, мы что-то пропустили. Забияка и задирака, оставайтесь здесь и займитесь добычей древесины и рыбы. Угу. Так, смотрим, ребята. Почему нас постоянно оставляют здесь? Хм, а разве не ясно? Не каждому можно доверить всю эту древесину и рыбу. Точно. Что ж, давай посмотрим, что получится, если поджечь кучу рыбы. Видишь, как это опасно? А теперь давай подожжем кучу древесины. Так, стоит признать, что древесина горит лучше, но рыба ароматнее. Значит так, израсходуйте 2 миллиона единиц древесины. Или, слушай, 2 миллиона древесины израсходовать? Да это... Для нас это вообще, ребята, проще пареной репы, ты понимаешь, да? Потому что древесина... Практически, хотя у меня и запас ее, если честно, тут огромный. Но 20 миллионов древесины, это можно, ребята, потратить. Не напрягаясь. Так, ладно, мои дракончики пойдут пока, естественно, добывать. То есть нам с тобой всего лишь один колокольчик нужен, ты прикинь. И все, и мы с тобой вечно крыло пробудем. Или как вот там, вечно крыл. Так, давай-ка вот этих тоже с тобой, наверное, поотправляем на задание. И сегодня, ребята, естественно, продолжение испытания будет у нас. Пускай они летят в гнездо. Здесь у нас теснина. Опять же, бесплатно все. Так, обучите ночных жутей. Бесплатно. И здесь у нас... Ага, а здесь мы с тобой заберем сейчас награду. И что же она выпадет? Ну, мне кажется, руна. Хотя... Нет, руна все-таки. 4 руны. Так, сарделька, давай-ка мы тебя отправим дальше в путешествие. В драконий край. Все, полетела. А ты что сидишь? Быстро за добычей. Хм. Так, рыбы у нас с тобой 35 миллионов. Поехали кормить. И сразу обучаться. Вот, ребята, и все. Ха, они вернулись ни с чем. А смотри, сколько всего нашли мы. Глянь на это месиво, на дне лохани для рыбы и на дне дровницы. Эти драконы такие же неряхи, как и ты, задирака. Хм, почти.
Эй, мы же можем забрать весь этот мусор себе, правильно? Разве там не одни рыбьи кишки и мусор? Ну да, о, и еще какой-то странный колокольчик. Что? Колокольчик? Это же третий колокольчик Фреи, мы искали его повсюду. А он все время был на Олухе. Так, подожди, а я могу? Нет, ребята, я не смогу открыть. Вы знаешь почему? Потому что мне не хватает. Значит, мы будем звонить в эти колокольчики, пока не проснется огромный дракон, о котором мы ничего не знаем. И будем надеяться, что он ничего не взорвет. Говори за себя, мы надеемся, что он взорвет все. Да, давай, дракон, дзынь-дзынь, пора вставать. Может, рыбинок прав, мы нашли колокольчик Фрей на Олухе. Этот дракон может быть ближе, чем мы думаем. Верно, единственный способ уберечь Олух – разбудить его тогда, когда мы будем готовы. Надеюсь, этот дракон проснется в добром расположении духа. Так, пробудите Вечнокрыло. Мне не хватает флагов, по-моему, насколько я помню, ребят. Да, мне нужно... Слушай, подожди-ка. Завершить за три... Нет, ну, не хочу, ребята. Все мы с тобой нашли, кроме вот этих флагштоков. Ладно, будем пытаться с тобой найти дальше эти флагштоки. Так, здесь что нам принес? Треску, да неужели, елки-палки. Спасибо тебе большое. Нужно еще сколько там, по-моему, три трески, да, для того, чтобы нам открыть с тобой нового дракона. 8 миллионов, неплохо. Так, его надо тоже, ребята, кормить, потому что это будет у нас... Ага, губешки раскатил. Ладно, пускай идет, ищет древесину. Так, а ты-то что тут стоишь, прохлаждаешься? Давай быстро рыбу искать мне. Что начало тут глючить? Заикаться, бедная игра. Наверное, мы все-таки отправим Громля за рыбой. Потому что, ну, древесины у нас и так с тобой хватает. Здесь сделаем вот такой обмен. И вот так вот. Приближается событие. Доступно через 3 минуты 17 секунд. Ага, 4 трески нам еще нужно с тобой найти. Экзотическая громоножка. Ну, здесь сам ты видишь, тут очень много чего надо находить. Так же, как и тут, особенно шестеренки эти. А тут обмен на древесину. Так, давай мы с тобой, наверное, откроем редкий пак, который мы... Подожди. Блин, ну нет, ребят, я не то поставил, видимо, да? Шепот смерти, чудовище, змеевик и кривоклык. Вот у нас редкий пак-то где. Я думал, что я его активировал. Ладно, допустим. Тут у нас что? Что мы уже успели выполнить? 25 тусклого янтаря забрали. 50 вымпелов и еще 50 вымпелов. Пока все. Ну что же, вроде бы всех озадачили, все у меня занимаются своими делами. А мы пойдем, знаешь, что делать? А мы пойдем с тобой проходить события. Так, парящий сюрприз. Да-да, именно на нем мы с тобой остановились, и именно его мы должны пройти. Опять же, за сегодня вряд ли, ребят, получится, потому что эти испытания очень долгие. Что, 3 волны уже? О-оу. Поехали вот так вот. Ну. Терпимо. Так, ты кого сейчас? А вот это хуже. На тебе. Блин, хиляться. Хотелось бы, конечно, хинуться, ребят, но... Ой-ой-ой, сейчас кому-то, ребят, так влетит. Посмотри. Больно, конечно. Давай, наверное, с тобой вот так вот сделаем. Будем лечиться. Будем отхиливаться. Так, а этот сейчас делает свой суперудар. Ничего он не стал делать. Тогда мы здесь захиливаемся и попробуем сейчас его ушатать. Ага. Не вышло ни шиша. А вот сейчас он будет делать свой суперудар. Понятное дело. Не стал. И это круто. Почему? Потому что мы успели с тобой полностью практически всем восстановить здоровье. Так, вторая волна. Кто у нас тут? Душитель. Ну, громорога мы пока трогать не будем, а вот с этим мелким нужно разобраться. Так, если... Не, давай, наверное, мы сделаем
Как тут лучше сделать-то? Наверное, вот так вот. Ударяем. Ну? Понятно с тобой все. Отвали от моего барсика. Ага, вот ты как делаешь. Ну и хорошо, что он так делает, да? Давай мы просто с тобой вот так вот нахлобучим. Сейчас он сходит. Мы с тобой, наверное, восстановим себе здоровье. Или не будем? Нет, будем мы восстанавливать себе здоровье. Потому что впереди еще одна волна будет. Я говорю, зеленые всегда, ребята, очень крепкие. Потому что это как стражи. Блин, ну заморозку тратить нет уж, спасибо. Кого он сейчас атаковать будет? Понятно. Ну что, добиваем его и переходим на последнюю третью волну. Стальной капкан, собственно, персоны. Его в первую очередь, ребята, ушатываем. В первую очередь. Тут уже, как говорится, не шуточки. Так, кусаем и замораживаем. После того, как замораживаем, ребят, начинаем их разбирать одного за другим. Естественно, в первую очередь стальной капкан идет. А потом уже ужасное чудовище. Даже не буду хиляться, потому что незачем. Так, у нас с тобой 6 прилив сил и 5 груши. Отлично. Ну что, поехали дальше. Ну что, крутим колесо и смотрим, что нам выпадет здесь. Рыба. 28 миллионов, это хорошо. Это пригодится мне. Да, я знаю, что нет дополнительных наград. И мы переходим с тобой к мини-боссику. Так что, друзья мои, сосредоточились по полной программе. Тут уже как раз расслабляться нельзя. Сколько? 3 волны, опять же. Громорог 1 пока здесь. Это дает мне определенный, ребята, буст к тому, чтобы я успел накопить эту шкалу и на вторую волну уже ворваться во всеоружие. Так. Я не буду пока здесь никого захиливать. Какой же он крепкий, а? Он все на своем, да, стоит? Ну, давай, барсик. Добивай его. Смотрим, что у нас на второй волне. Лаврык — это фигня. А вот пристеголову надо прессануть. Тут мини-босс у нас будет, да? Значит, я могу, наверное, знаешь, что сделать? А я буду замораживать. Я буду замораживать, потом мы с тобой пристеголову разнесем в пух и прах, да? И как раз у нас должно успеть накопиться следующая шкала, чтобы мы уже на третью волну пошли с тобой во все оружие. Даже я вот так сделаю еще. Хильнусь. Ну, что там будешь? Ну, естественно, естественно, он будет всякие тут защиты ставить, хиляться он будет. Это ему не поможет. А у нас уже, да, шкала с тобой практически заполнилась. Все. И тут мини-босс. Кто? Ёлки-палки. Ужасное чудовище плюс громобой. Блин, а громобой еще и зеленый. Поэтому, ребята, будем его брать под контрольку. Только таким макаром. Ну, а сами будем, конечно же, пытаться уничтожить. Ай-яй-яй, что ты делаешь-то, а? Что ты делаешь? Ну давай еще разок его кусани, пожалуйста. Укус, конечно, вообще детский какой-то. И кого? Понятно. Ну все, ребят, тут всем все прекрасно ясно, да, что у нас тут получается. Мы теперь просто из слепоты не будем выпускать вражеского громобоя. И, соответственно, в этот момент будем его просто расчехлять. И ничего он тут уже не сделает. Да, запоздал ты, парень, со своей слепотой. А, погоди-ка, слепота. Надо вешать, конечно, надо. Прекрасно. Ну что ты там? Промахнулся, да? Естественно, промахнулся. Супер укус. Блин, хочется уже добить его, но не хватает.
Я тебе говорю, ветрокрыл именно вот ценится только тем, что он делает массовую заморозку. А вот атака у него ни к черту. И что же нам здесь достанется? Древесина, ё-моё. Ну и забираем с тобой 250 вымпелов. Забрать, забрать. Так, что у нас получается? Бой. Потом еще один бой. То есть мы заберем с тобой пак. Вот этот вот. Окей. Ага. Вот он кто, да? Что ты там улыбишься? Тебя умоляю. Он еще и промахнулся. Нет, это для меня это большой плюс, ребят. Ну. Все равно на своем стоит, да? Все равно хочет кривоклык мне уничтожить. Ну, естественно, у него не получится. Так, а здесь у нас что? Шторморез плюс водорез. Давай я вот так начну. Ага. Они сейчас, наверное, все на барсика пойдут. Фиолетовые, да? Точно. Мы, наверное, с тобой все-таки сделаем заморозку. Сейчас мы их заморозим. Быстренько уничтожим. Сюда. Добивка. Так, теперь я хильнусь. Это лично не будет. Поехали. И добиваем. Последняя волна здесь у нас. Ага. Блин, ну давай вот так, наверное, начну. Этого потом уже будем с тобой брать. Да? В оборот. Хотя, смотри, нам повезло. Мы еще заморозим. Естественно, я с этим разбираюсь. Довольно быстро и успешно. И остается у нас вот этот. Так, а, даже не обязательно лечиться. Можно просто в наглую уже идти. Поехали. Вешаем слепоту. И все. Это вообще, ребята, рабочая тактика вот у меня. Ты заметь, сколько я уже серий подряд работаю именно вот такой командой. И все довольно успешно идет. То есть слепота, она решает здесь. Давай на чистоту, да? То есть без слепоты мы бы уже давно-давно, наверное, кого-нибудь потеряли. Может быть, даже и проигрывали. Но на событиях это делать нежелательно. Тут лучше, чтобы все было четенько. Как сейчас. Давай что-нибудь нормальное, а? Вот, например, пак. Я не откажусь. Спасибо большое. И мы с тобой продвигаемся далее. То есть еще один бой. Потом забираем пак и переходим на мини-боссика. Вот так оно будет у нас выходить. Ну что же, погнали. Это битва у нас за пак. И шепот смерти нас встречает здесь. Весь в шипах такой, весь накрученный. Так, тихо-тихо. Почему он первый ходит, да? Кто ему разрешал? Да, он легкий. Ну, относительно легкий. Он что творит? Понизил мне атаку. Ого. Кревет. Или это драгур? Не имеет значения. Будем бомбить. Так, мне нужна заморозка. Мне нужна заморозка для того, чтобы захилять своих бойцов, да? И чтобы враг здесь не выпендривался особо сильно. Поехали. Ну, драгур уже конец, как ты понимаешь. Так, теперь хильнемся. Потому что тут три волны, как-никак. И добивочка. Найс. Так, последняя волна. Ух ты. Серьезные ребята тут у нас находятся, если честно. Давай так, наверное, сделаю. Плюс заморозка. Змеевика надо уничтожать. Готов. Так, а вот теперь что будем делать? Наверное, все-таки ветрокрыло надо бомбить. Ага. Погнали. Слепота. Хм.
Давай я так все-таки сделаю. Ударил. Так, мы давай сюда бомбанем. Так, он нам помогает. Кусаем сюда. Ё-моё, а. Просчитался чуть-чуть я. Тут я чуть-чуть просчитался. Ну. Блин, капельку не хватило, а, чтобы его забомбить. Хорошо. Давай сделаем с тобой таким вот образом. Да и в принципе ветрокрыло мы сейчас уже уничтожим. Да какого лешего, а? В плане, он хиляться умеет. Он хильнулся. Ветрокрыл такого же не может, по-моему, делать. Ладно, неважно. Главное — победа. Хотелось бы посмотреть какую-нибудь награду путевую. Но 28 миллионов рыбы, ребят, сейчас для меня это актуально. Здесь мы закрываем, забираем с тобой пак и переходим на мини-босса. Слушай-ка, ну да, я думаю, на следующую серию мы с тобой уже пройдем. Пройдем это все-таки событие. Так, здесь у нас, ё-моё, скала плюс драгур. И как всегда, они первые ходят, да? Нет, мы ходим первые, отлично. Блин, два красных, это плохо. Да ну, блин. Упс, бомбит как. Ага, еще усилил себе атаку, нет уж. А что я смогу сделать? И не получилось, блин, подусиленная атака, это же будет жесть просто. Куда он сейчас бомбанет, а? Ох, ё-моё, ты посмотри, что он делает. Так, поехали сюда. Сюда. И заморозка. Слушай, а мне нужно хильнуться. О-хо-хо. Блин, я его уничтожу. Ё-просы-то. Только не говори, что ты сейчас... А это куда бомбанет? Твою налево, они... Че, тратим груши тогда, получается, да? Как же тут правильно сделать-то? Давай сюда, наверное, попробуем. Мне придется, ребята, вот так вот сделать. Так, того бомбанули. И заморозка. Окей, начну с этого ханорика. Так, добиваем. Здесь давай ударим просто. Отлично. Ну и все, ребята. Так, со второй волной справимся. Сейчас мы будем с тобой залечивать раны. Если успеем. Блин, не успеем. Или успеем все-таки? Успеем, да? Ну что, добивка пошла? Ё-моё, ты кто такой? Ужасно выглядит, чувак. Хм. Погнали. Водорез еще этот... Так, что он делает? Я не знаю, ребят, какой-то ужасный, конечно, вид у него. Очень грозно, да, смотрится, чувак? Короче, мы сейчас с тобой вот эту... Нет, вот так вот сделаем с тобой. Раз, два, и добиваем вот этого. Так, водорез сейчас что-то будет мутить. Это все фигня. Главное слепоту повесить. А мы ее повесим. Ну все. Хлопчик, ты попался. К сожалению, тебе уже отсюда никак не выкрутиться.
Что бы ты тут не делал. Кто же он такой, а? Что это за странный дракон такой? Я понимаю, что это костолом, но именно какой категории костолом? И добиваем. Все. Крутим и смотрим. Рыба, да? Опять рыба. Ну что же, 80 миллионов рыбы мы с тобой накопили. Так, ребята, в следующей серии мы... Это получается... Раз, два, три, четыре... Да, 5 энергии, 5 боев у нас будет. 5 энергии, 5 боев. Здесь добираем награду. А то второе событие когда у нас открывается? А, оно уже открылось у меня. Оно уже открылось у меня. Блин, на него что ли зайти посмотреть? Вы сказали, вроде бы там не очень сложно. Вот объясни мне, почему он сидит и отдыхает, а? Водорез тоже наглый такой. И этот тут со своими древесинами. Так, я хотел докачать. Кого там... Подожди, подожди, кого там хотели? Ага, вот. Так, вернись. Иди, иди, качайся. Прекрасно. Ну что, давай заглянем с тобой тогда на выживание, посмотрим. О, какое оно коротенькое. Ну тут опять 6 волн, да? Давай посмотрим. Если 6 волн, ну это будет жесть. Блин, 6 волн. И как? Понятно, что первые враги будут легкими. Тут все ясно. Но дальше-то хуже. Одного ушатали. Так, что-то там... О, он уже начинает с разбега, ребят. Ой, они же еще разбег делают на 3 энергиях, насколько я помню, да? 3 энергии им нужно для того, чтобы начать делать свой разбег. Кто-то написал, да это легко. Ну я не знаю, ребят, может быть у вас там супер титаны какие-нибудь, вам легко. Но я сомневаюсь, что мне будет легко, тем более зеленые эти. Да ты опять, а. Хорошо, что он маленького уровня, так бы уже давно-давно бы ушатали бы. Вторая волна. Опять вы? Ну давай. Уже 12 уровень. Уже наносит какой-то урончик. Потихонечку, да? Потихонечку, не спеша, начинает бомбить. Добиваем этого. Кусаем здесь. Очнулся, сразу встрепенулся, а? Ты посмотри на него. Раз. Ну, давай. Хотя, зачем? Так, третья волна. 13 уровень. А если мы сделаем с тобой вот так? Что-то красный должен, по идее, наносить побольше урона по зеленым, но он тут халтуру гонит самую настоящую. Будем и того бомбить, и того. По чуть-чуть. Нет, парень, не надо вот только свои усиления здесь вставить. Давай-ка без этого как-нибудь, а? Так, давай докусываем его. И вот с этим разбираться будем. Сейчас будет глушить кого-то. Слушай, ну у него 3 энергии было, почему-то не стал он никого глушить. Не знаю, с чем это связано. Но ему крышка. Так, 4-я волна. Ух, ё! Вы молодцы, вы хорошо тут, я смотрю, устроились. Так, мне нужно, ребят, сейчас будем замораживать. Фига он бомбит. Сейчас будем с тобой замораживать. Ну и пытаться разбирать.
Так, минус один. Теперь вот этого. Он начнется, да? Да и фиг с ним, что он начнется. И этот-то какого лешего-то? Ай-яй-яй, пробудился все-таки, засранец. Я могу, в принципе, сделать заморозку. Мне просто нужно восстановить здоровье еще. Успеть. Ударяем. Так, бомбим. И кусаем. В принципе, должно хватить, ребята, да. Немножко восстановим здоровье себе. Чуть-чуть буквально. Сможем добить его или нет? Ай, капельку не хватило. Но он просто ударит. Тогда мы с тобой еще разок хильнемся и добьем. Ё-каламане. Ну, блин, трындец. Ну, люто, конечно. Так, потом сходит этот, да? В общем, по старой схеме будем с тобой сейчас делать. Это предпоследняя волна? А на последней тогда что будет? Я даже думать не хочу, что там будет. Там будет офигенный, скорее всего, уровень. Так, одного убили. Если я сделаю слепоту. Но он зеленый, зеленый против зеленых. Не особо сильно будут драться. Да какого лишь вот этого. И сейчас еще с... Это повезло, что он не стал делать разбег. А ведь мог. Ну, добили супостата, отлично. Как-то не хотелось мне его будить, если честно. Блин, ну он 100%. Вот сейчас он сделает, ребята, скорее всего, разбег. Ну, это у нас какая? Нет, это не последняя стычка, да? Еще будет одна впереди. Сейчас разбежится, как сумасшедший. И кому-то достанется. Слушай, ну это еще терпимо, если честно. Я думал, будет намного хуже. А это так себе, относительно. Вот докопался, а. И последний. Что, ребята, все как и прежде, да? Сюда. Сюда. Потом, блин, я хотел заморозку сделать. О, спасибо тебе большое, что промахнулся, олух. Это повезло нам. Но что-то у них все равно здесь очень много здоровья, ребят. Посмотри, я их тут запарю сейчас пробивать, если честно. Так, ну у нас с тобой будет заморозка, если что, да? Ага, заморозка у нас будет. Они потом вдвоем будут ходить. Хрен с ним, давай. Я думаю, выживем мы здесь. Две атаки уж как-нибудь переживем. Да-да-да-да-да. Только не этого. Все, ветрокрыл, главное, не оглушен. Поэтому мы с собой замораживаем. И начинаем вот этого хлыща бомбить. Так, он очнулся, да, уже? Окей. Добивка. Так, друзья мои, я, наверное, буду просто бомбить. Я его возьму сейчас в слепоту. Ну и все. Можно сказать, что первое испытание мы с собой прошли. Не надо гаркать. Орет он мне здесь во всю Ивановскую. Получи и распишись. Все, пошло дело, ребят. Ну, сейчас опять же у него попытка ударить будет безрезультатной, а мы его добиваем. И это хорошо. Это просто замечательно. Крутим с тобой колесо и смотрим. Плод мудрости, что ли? Да ладно, спасибо. Вот это хорошо. Так, мы с тобой еще забираем пак, ко всему прочему. О как. Давай, забирай, не стесняйся.
Итак, что у нас тут? Лаварык, душитель, шторморез и пристиголов. Плюс водорез и барс и вепрь. Погоди-ка секундочку, я хотел посмотреть, у нас... Ага. Ребята, 15-й разряд получает у нас с тобой шторморез. И это круто. Шторморез, 15-й разряд. Он даже барса и вепря переплюнул. Слушай, а что если... Ну-ка посмотрим. Информация. У него атака 54. А тут атака-то слабее. Но у него две атаки, ребята. Видишь, в чем дело? У него двойной удар идет. Защита 23, а здесь... 24. Блин, шторморез в любом случае как бы выигрывает. Может быть... Блин, давай возьмем, попробуем. Вот так вот. Фух, ну что, поехали еще. Заходочка у нас. Блин, ну он две атаки наносит. Так, ну, начинается, как всегда, ребята, с изи. Ну, что ты там? А, ну, понятно, тут. Вначале-то все легко будет, понятное дело. Опять же, 6 волн. Отнимает здоровье у всех драконов команды соперника. Отнимает здоровье. Это как? А, вот так ты делаешь. Ох, ничего себе. И нас хиляет, что ли, за счет... Подожди, я не... По-моему, он отнимает и нас хиляет. Слушай, ну это имбово тогда будет. Ну вот сама атака, конечно, у него ни о чем, ребят. Именно его родная атака как-то... Не очень мне нравится, слабая она. Так, вторая волна. Ну где... А, подожди, у нас тут еще у всех фулл хп, поэтому... Не увидишь ты никакого эффекта. Ну тут, понимаешь, тут дело в том, что если делать выбор... Отнять здоровье и восстановить себе, либо заморозить, я выберу, скорее всего, заморозку. Так, добиваем. Ну и здесь просто бомбим. Так, у нас 6 груш и 6 с тобой приливы сил. Уклонение, прикинь. Сработало. Да, по атаке он мне напоминает чем-то ветрокрыло. Хотя была, если смотреть... Барса и вепря, то у штормореза, ну, атака сильнее была. Не знаю я. Так. Ну что, пора с ним заканчивать уже, хорош. Пошумел и будет. Так, переходим с тобой на третью волну. После четвертой, да, уже поменяется этот состав у них. По трое они будут. У меня вот кривоклык сейчас бомбит нехило. Я думаю, что в скором времени он прокачается до 16 уровня. Вот тогда мы повеселимся здесь по полной программе. Давай вот так вот сделаем. Опа! Под крит попал. Так, он будет сейчас, наверное, психовать. Угу, психует. И вот теперь посмотрим. Да, он, ребята, отнимает здоровье у врагов и восстанавливает всем нашим драконам здоровье. То есть, такой некислый, да, получается у нас как бы дебафер. О, плюс еще и броню снимает. Слушай, есть потенциал у этого парня. Причем неплохой. Добиваем. Так, вот оно, ребята. Вот оно. Так, каждого по укусику. И будем сейчас с тобой, ну, естественно, заморозку делать. Замораживаем. Вот так. Поехали. Укус, еще укус. Бомбим. Так, раз-два, вдвоем они сейчас, да? Хотя, подожди. А, тут вот так вот получится у нас. Давай, наверное, таким вот набьем его. Кусаем.
Так, это сейчас будет... Ну, понятно. Псих-одиночка. Блин, ну, не то он сделал, конечно. Ха. Не то ты сделал, парнишка. Да ты заколебал уже, а? На тебе понижение брони. Че, сразу вспотел, да? Вспотел. Хиляемся. Блин, не успеем, наверное, да? Ага, успели. Вот что значит понижение брони, ребята. Пятая волна. Пятая волна. Кусаем. Нам нужно что с тобой сделать? Нам нужно сделать, дождаться заморозки. Естественно, замораживаем и начинаем нашу школу, да? Школу уничтожения. Вот так вот. Будем его бомбить. Я не успокоюсь, пока из него всю жизнь не высосу. Так, сейчас он сходит. Нифига он не сходит. Мы его добьем. Ага, этот шитик сейчас... Этот проснулся, понятно, сейчас будет чудить. Следом просыпается этот, да? Угу. А этот уже будет глушить. Этот уже будет глушить. Ёпрсоте. Больно он оглушил-то, если честно. Потом они вдвоем ходят аж. Ну хорошо. Раз. Куда ты там? Два. Давай заморозим, фиг с ним. Кусаем здесь. Добиваем. Просто удар. Понижаем ему броню. И начинаем бомбить. Так, он сейчас опять будет разбег свой делать. И все время ему, а, достается шторморезу. Да он заколебал. На тебе. Неугомонные. Зануда. Ну что, последняя волна, ребят. Последняя волна. Сколько он отнимет, интересно? Мало отнимает. Сейчас пока мне тут не до шуточек. Одного пропускаем. Врубаем заморозку. Врубаем заморозку и начинаем, блин, атаковать. Вот этот вот удар, ну он вообще, ребят, ни о чем. Который делает первый шторморез. Просто ни о чем. А мне, ё-моё, сколько мне еще ждать-то там? До того, как у меня сходит, извини меня, ветрокрыл. Они же сейчас начнут, блин, просыпаться, так ведь? Все. Блин. Надеюсь, не уничтожат. Ай-яй-яй-яй, он же сейчас... Нам опять повезло. Опять же нам крупно повезло, ребят. Заморозочка. Так, дальше что? Погнали. Хильнуться надо будет обязательно. А как ты, блин, хильнешься, а? Пока такой возможности нет у меня. Упс. Заморозка, срочно заморозка, ребята. Это последняя волна, поэтому можно, в принципе, уже особо сильно не кипишовать. А как ты, блин, тут сильно не закипишуешь, а? А он будет разбег делать. Это не поможет. Тогда давай пока шторморез. Тебя, конечно, сейчас уничтожат. Но это не страшно, ребята. Потому что ему будет страшнее, поверь мне. На тебе. Да, конечно, ага. Закати губежки обратно, пожалуйста. Так, промахивается. И, в принципе... Блин, а что в принципе-то? А вот так вот сделаем. Все.
победили. Крутим колесо, и тут нам выпадет 20 миллионов рыбы. И забираем мы с тобой еще 150 рун. Так, а вот это вот, да, и вот эти еще мы забираем с тобой. 500 вымпелов. И получается у нас с тобой последний поединок здесь, да? А что там за награда, я не могу понять, что там светится такое? А, Вострозуб защитник эксклюзивный. Ага, хорошо. Такие ребята нам нужны, да, в отряде. Ну что, блин, я же хотел поменять, ребят. Я хотел поменять обратно. И забыл. Ну что ж, теперь ничего не поделаешь, придется вот выкручиваться как-то. Ах ты, маленький паршивец. Ты что себе позволяешь, а? На-ка тебе. Фаербол меня тут бомбит, понимаешь ли. Так. Видишь, вот эта вот атака обычная, она очень, блин, слабая. Самый обычный укус, вот она не наносит того урона. Все-таки у нашего барсика, у него хоть и слабый удар, да, но у него две атаки, поэтому это как-то чувствуется еще. Здесь же это вообще не ощущается. Ладно, за счет того, что у нас с тобой здесь есть груши, да, прилив сил, мы должны здесь с тобой справиться. Заморозку сделать? Да, давай сделаем заморозку, все равно успеем накопить к следующему бою. Вот если бы ветрокрыл бы, ребята, вот когда замораживает, восстанавливал бы себе здоровье, вот это было бы круто, это было бы вообще имба. Согласись. Тырич. Снесло. Так, третья волна. Не будем пока тут ничего делать. Окей. Ну что ты там? Ага, пошел уже урон. Минимальный, но пошел. Заморозим. И продолжим. Легкий такой, скажем, перекус. Этот пока спит. Мы можем с тобой, ну, так попробовать сделать, наверное. Нифига, мы восстанавливаемся здоровье. Ты видел сколько? 300 с лишним, 330. Это, слушай, это офигенный показатель. Это офигенный показатель именно по хилу, если брать. Так, мы с тобой, да, успеем. Сюда удар. Сюда. Так, этот, фаерболами, да? Нет. Ого. А что так много ты отнимаешь здоровья-то сразу, парень? 15 уровень, а, ну понятно. Не могу прям. Что, укусил и сразу в бой, что ли, пошел? Парень, давай-ка расслабься, а. Если я вот так вот сделаю. Я тогда их всех разбужу, да? Давай, наверное, вот так. Опачки. Куснули из-под тяжка. Ой-ой-ой. Пумс. И как всегда. И как всегда, ребята, да. Кого же они еще могут бомбить? Я не так буду делать. Погнали, короче. Слепота. Вот на этого. Пускай он нам помогает, в конце концов. Нечего нашим, да, как говорится, все время в лоб идти. На. Вот так вот сделаем. Я надеюсь, он добьет все-таки этого Гаврюшу. Твою дивизию, блин, ну что же. Ага. Вот значит, что он сделал. Короче, сделаем с тобой, знаешь, что? Вот так вот. А с этим уже разберемся. Хильнемся. Что такое-то? Видишь, тут 200 идет от хил.
А у того 300 с лишним. То есть ощутимая разница. И у нас пятая волна. Пятая волна. Так. Это сейчас выпендривается, потом идет заморозка. Блин, как же мне хочется ветрокрыло прокачать до 15 уровня, ребята. Кто бы знал, а? 15 уровень, он бы тогда бы так жарил бы. Я думаю, не по-детски бы все это здесь было бы тогда. Хил тратить, я думаю, не стоит. Вот так, наверное, нам лучше сделать надо будет. Или как? Фиг с ним, потратим грушу с тобой. Поехали. Так, потом идет заморозка у нас, да? Потом идет заморозка. Так, они очнулись. Один сейчас будет разбегать. Я надеюсь, не ветрокрыло. Нет. Ну и что, этого будить? Ну, придется, видимо. Разбудили. Бомбанули. Броню понизили. И пошла, как говорится, битва. Сейчас мы с тобой сделаем вот так вот лучше. Да, отхиливает, конечно, вообще великолепно. Мне нравится. Вот в плане того, что он наносит урон и хил делает, это круто. Понижаем. А, уничтожаем. Так, и последняя, ребята, волна. Здесь что? Ну, та же самая старая школа, старая схема. Тут по-другому нельзя. Главное, чтобы устоять. Трындец. Погоди. Я рассчитывал на заморозку. А почему? Он что, когда ударил, отнял у меня энергию? Или как это произошло вообще? Все странно. Поехали, короче. Да чтоб тебя, а? Ударил, он сразу очнулся. Броню понизить ему? Нет. Просто ударим. Укусим, точнее. Так, фиолетовый будет, наверное. Блин, он будет разбегаться, скорее всего. Че, неужели еще раз тратить, а? А вдруг успеем, а? А кого он будет глушить? Не знаю, ребята. Очнулись оба. Что он будет делать? Фух, повезло. Поехали. Отлично. А фиг ли отлично-то? Сейчас кого не тронь, тот проснется, да? Ну давай так вот сделаем. Что-то, по-моему, все пошло не по плану как-то. Не по плану. Добью. Упс. Упс. И не добил. Чего вы стоите, радуетесь-то? Нате вам. Стоят они там, лыбятся. Ну и чё ты? Понятно. А ты? Оглушил, гаденыш. Мы добьем. Нет, наверное, не получится. На. И остается один. Острозуб. Понижаем защиту в первую очередь и начинаем его кромсать. Ну что, на дорожку, да? Не? Не стал разбег свой делать. Эх. Все, друзья мои. Мы прошли с вами события выживания. Крутим колесо и смотрим на награду. Древесина. Лучше бы я не смотрел.
Но самое-то главное, что мы забираем с тобой, ребята, нового дракона, которого у меня, по-моему, все-таки не было. Именно вострозубо-защитника такого не было. Ох ты, ох ты. Да, это, походу, новый, друзья мои. Говорят, разместить. Он такой же, как бы, в броне. Круто. Так, ну что, нам пора забирать с тобой награды. Давай. Так, и... набор. Необычный. Рыба. Так, так, так. И водорез. Ну, водореза, ребята, можно, естественно, отпускать, потому что он у нас есть. По-моему, даже не один. Отпустить. 76 тысяч рыбы всего лишь дает. Так, здесь у нас даже рыба уже есть в излишках. Это уже что-то, ребята. Это уже что-то. Так, серия испытаний, набор. И кто? Шторморез редкий. Подожди, а у меня штормореза что, такого редкого нету? У меня в наличии их две штуки, поэтому, конечно же, отпускаем. 400 рыбы. Ну, пускай бежит. Фиг с ним, ребят. Ну что, как-то вот так вот. Все вроде бы, да, мы с тобой открыли? Да, все. Так, по прокачке у нас... О, подожди-ка, у нас еще есть местечко. Кого бы нам... Подожди, нужно найти... дракона, который приближен у нас к... А, он в ангаре, он уже прокачивается, да? Погоди-ка, кого же мы тогда... Этот у нас прокачанный. Этот все с дровами сидит, но он прокачанный. Ага, ветрокрыл. Вернись. Вот так вот. И лети уже, обучайся все-таки. 71 уровень. Офигеть. Да, он, конечно, прожорливый в плане кормежки. Но другого варианта нету. Так, ребят, ну что, в следующей серии мы с вами допройдем. Надеюсь, у меня по времени... А, 3 дня еще в запасе. Так что все отлично. Нам хватит времени пройти. Так, я хотел, кстати, глянуть по поводу вымпелов. И я думаю, что в следующий раз мы будем нашего беззубика уже отправлять искать флагштоки, которые нам нужны для призыва легендарного дракона. И посмотрим, что здесь. У нас 7320, нам, ну, нужно, грубо говоря, еще... 2700 флагштоков, чтобы взять нам брюхоглоты. Или лучше взять большенюха. Ребята, а напишите, кстати, кто лучше. Землехват у нас, по-моему, есть, да? Вот либо брюхоглота, ну, премиум. Это, ребят, как бы элита. Или большенюха. Мне почему-то кажется, что брюхоглот будет круче. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!